Сегодня нашли мертвым главу поселения Излучинск Алексея Кудрика. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из гаражей ГСК «Железнодорожник». Рядом с ним было ружье. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. На месте происшествия в Излучинске работают следователи СКР по Югре. По предварительной информации, глава поселения покончил жизнь самоубийством. У него осталось двое детей. Отмечу, что пост главы поселения Алексей Кудрик занимал 8 лет.